Всем привет, с вами Яна, и мы на канале Экономь с нами. Сегодня я предлагаю вам посетить магазин Победа и познакомиться с товарами хозяйственными, что называлось раньше промышленными товарами. То есть в предыдущем выпуске я показывала вам продукты из магазина Победа, а сейчас посмотрим новинки в бытовой технике, в бытовой химии, в товарах для дома. А для тех, кто недавно присоединился к нашим зрителям и подписчикам, я хочу рассказать, что на нашем канале ежедневно выходят обзоры товаров и цен из магазинов «Светофор», «Маяк», «Победа», «Фикс Прайс», «Галамарт», «Посудоцентр», «Магнит Косметик», «Литуаль» и магазин постоянных распродаж. Поэтому с нами будет интересно. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте друзей и знакомых. А сейчас устраивайтесь поудобнее, будем знакомиться с промышленными товарами из магазина «Победа». Начнем с бытовой техники. Фен электрический. Gold Helper, китайский, конечно, производитель. Двигатель постоянного тока здесь. Мощность 1600 Вт. Три режима нагрева. Две скорости обдува. Есть концентратор. Есть петля для подвешивания. И защитная решетка. Отверстие воздухозаборника. Цена 499 рублей. Здорово. Вот такой блендер погружной Gold Helper, тоже китайский производитель. Цена 1250 рублей. В комплекте венчик для забивания из нержавеющей стали, овощерезка с лезвиями из нержавеющей стали и стакан объемом 600 литров. Характеристики. Максимальная мощность 300 Вт, эргономичный дизайн, ножка из нержавеющей стали и ножи из нержавеющей стали. Я считаю, что очень хорошая цена для такого товара. От этого же производителя весы кухонные Gold Helper электронные, 400 рублей. Есть ЖК-дисплей, функция тары, автоотключение через 10 секунд, максимальный вес, максимальная нагрузка 10 кг. Есть индикация перезагрузки и индикация разряда батареи. Снегокат Тимка за 1999 рублей. И в прошлом году продавали он металлический, такой основательный. Сами лыжи пластиковые, руль пластиковый, а так, в принципе, все металлическое. Комплект детской мебели. Стульчик с пластиковой сидушкой, спинки. Основание, вот эти ножки металлические. Стол из ЛДСП изготовлен. Здесь алфавит есть. Металлическое основание. Такой набор 1500 рублей. Автошина КамАЗ. Вот характеристики и цена. Вот так она выглядит. Я так понимаю, что она шипованная. Салфетки влажные, антибактериальные для всей семьи, универсальные, 120 штук. Упаковка с клапаном 58 рублей. Есть салфетки Aura Tropic Cocktail 15 штук за 6 рублей. Салфетки детские с алоэ вера влажные. Салфетки 120 штук в упаковке с крышкой за 33 рубля всего лишь. Мне не показалось. Нет, написано 33 рубля. Неужели это правда? Салфетки Рейна 100 штук за 14 рублей. Салфетки Рейна 300 штук за 48 рублей. Бумажные полотенца Софитон двухслойные, один рулон большой за 72 рубля. Есть бумажные полотенца Фамилия двухслойные, два рулона, упаковка за 40 рублей. Туалетная бумага Сандена двухслойная, 24 рулона за 175 рублей. Бумага туалетная Санде двухслойная, здесь 4 рулона за 33 рубля. Туалетная бумага Папи трехслойная, на 4 рулона за 69 рублей. Вот это, мне кажется, неплохая цена. Туалетная бумага из Чалтеря 13 рублей за рулончик. Есть туалетная бумага помощница 56 метров за 5 рублей. Стиральный порошок Миф Автомат 2,9 килограмма за 209 рублей. Кондиционер для белья Вернель детский литр 820 за 179 рублей. Есть вот такой кондиционер для белья Вернель литр 820 за 179 рублей. Капсулы для стирки Персил Премиум 18 штук за 319 рублей. Средство для стирки «Ласка восстановления цвета» 3 литра за 400 рублей. Гель для стирки «Персил» литр 950 за 419 рублей. Гель для стирки «Флора» для темного белья 1,5 литра за 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 4,5 килограмма 419 рублей. Стиральный порошок «Ушастый нянь» 4,5 килограмма большая упаковка 499 рублей. Упаковка поменьше рядом она 2,4 килограмма 269 рублей. Стиральный порошок «Лоск Автомат Колор» 5,4 килограмма за 419 рублей.
Тайд 12 килограмм за 800 рублей. Сорти. Стиральный порошок 6 килограмм 349 рублей. И Бимакс 9 килограмм 599 рублей. Жидкость для мытья посуды Сорти 900 грамм за 70 рублей. Фейри 400 миллилитров за 60 рублей. Зеленое яблоко. Гель для плит Санита Мультисила 500 грамм 53 рубля. Антижир Санита 500 миллилитров за 85 рублей. Азелит. Антижир, блестящий казан, 600 мл за 119 рублей. Дешевое средство для мытья посуды, капелька, 1 литр за 25 рублей. Вот новинка, универсальное чистящее средство для сантехники Санов. Отбеливает, моет, чистит, дезинфицирует и удаляет запахи. 750 мл, 40 рублей. Средство для мытья пола Мистер Клинер, антибактериальный эффект есть у этого средства для мытья. 850 мл за 69 рублей, есть с ароматом лимона и есть лесные ягоды. Чистящий порошок Пемолюкс лимон 480 грамм за 39 рублей. Всегда в большом ассортименте представлены средства чистящие Санфор. Я, кстати, пользовалась, как-то мне понравилось. Итак, гель для труб. Для очистки канализационных труб за литр 85 рублей. Универсальный гель. Чистит, устраняет запахи, дезинфицирует. Подходит для кафеля, стекла и металла. За литр 59 рублей. Средство для ванны и душа 2 в 1 с лимонной свежестью. 750 грамм за 69 рублей. Санфор ультрабелый с хлором. Отбеливающий эффект. За 750 грамм 53 рубля. То есть он для унитазов, видимо. Есть вот такой с ароматом французской лаванды, тоже для унитазов, 750 грамм за 63 рубля. Ватные диски Люр 150 штук 33 рубля. Ватные палочки Аура 400 штук за 39 рублей. Ежедневные прокладки Белла Пантисофт 60 штук за 79 рублей. Прокладки Белла Ультра Сенситив 10 штук за 57 рублей. Прокладки Котекс Ультра 10 штук за 70 рублей. Прокладки Белла Перфект 10 штук за 60 рублей. Краски для волос 44 рубля. Есть разные тона. Фитоколор называется красочка. Лак для волос Прелесть. Эластичная фиксация сверхсильная. 200 мл 79 рублей. Бальзам для волос Прелесть Био с комплексом 7 целебных трав. Подходит для всех типов волос. С ароматом розы. 250 мл 64 рубля. Шампунь Био Прелесть с комплексом 7 целебных трав. Подходит для жирных, поврежденных, секущихся волос. С ароматом розы. Только что я показала на такой ополаскиватель. А вот есть и шампунь. 400 мл 78 рублей. Мужской антитранспирант аэрозольный Rexona Men. 150 мл за 90 рублей. Пена для бритья Arco Shaving Foam Sensitive 300 мл за 100 рублей. Есть вот такая пена для бритья гипс 200 мл 69 рублей. Мицеллярная вода Я Самая 700 мл 79 рублей. Жидкость для снятия лака 100 мл 27 рублей 50 копеек. Шампунь от чистой линии комплексный уход 385 мл за 79 рублей. Здесь тоже 7 трав в составе. Шампунь Флора. Зеленая линия. Шампунь восстанавливающий. Содержит натуральные экстракты целебных трав и оливковое масло. В составе есть ромашка 400 мл 46 рублей. От Schwarzkopf шампунь Шаума. Женский 7 трав. И мужское укрепление, уход с экстрактом хмеля. 380 мл за 93 рубля. Зубная паста Aquafresh мягко-мятная. 125 мл 69 рублей. Есть Colgate 100 мл за 59 рублей. Есть большая паста Colgate. Здесь 150 мл 79 рублей. И есть дешевая паста Parodontol, зубная паста, 124 грамма за 50 рублей, есть тройное действие, вот этот вариант. Есть паста профилактическая для здоровья эмали и десен, составит и сечелистник, и крапива. И вот совсем дешевая зубная паста Silka Med Active, 130 грамм за 22 рубля. Мыло хозяйственное жидкое, 1 литр 35 рублей. Мыло хозяйственное 300 грамм, большой брусочек, 20 рублей. Есть вот такое хозяйственное мыло, 200 грамм, брусочек, 15
30 рублей. Мыло против пятен 200 грамм за 30 рублей. Мыло банное 180 грамм 27 рублей. Мыло дегтярное 140 грамм 19 рублей. Гель для душа «Чистая линия» 250 миллилитров за 70 рублей. Смородина и ледниковая вода в составе. Гель для душа «Дав» миндальное молочко с ароматом гибискуса 225 миллилитров за 96 рублей. Гель для душа «Флора» 1 литр за 36 рублей. Гель для душа «Морская лагуна» 1200 миллилитров за 79 рублей. Мужской шампунь «Мэн Кот» против перхоти 300 миллилитров за 60 рублей. Из этой же серии гель для душа подходит для тела и волос 3 в одном. 300 миллилитров 60 рублей. Жидкое крем-мыло Fresh Week 1 литр за 70 рублей. Есть инжир, малина и есть хлопок и лен. Вот такое универсальное жидкое мыло. Питание и увлажнение. Это Аура, производитель. Экстракт кокоса есть в составе. 1,5 литра за 79 рублей. Бумага для выпечки Селеста 8 метров за 23 рубля. Пленка пищевая 30 метров за 94 рубля. Пакеты для мусора особо прочные. 120 литров 10 штучек 40 рублей. Мешки для мусора на 30 литров 30 штук за 17 рублей. Пакеты для мусора на 60 литров 20 штук 33 рубля. Пакеты полиэтиленовые для продуктов на 3 литра объем. 100 штук за 23 рубля. Пакеты для мусора с завязками на 30 литров, 20 штук 41 рубль. Также в продаже есть вот такая красивейшая посуда от Luminarc в бирюзовом цвете. Тарелка обеденная, большая, 25 сантиметров в диаметре, 99 рублей. Тарелка суповая, 20 сантиметров в диаметре, тоже 99 рублей. Тарелка десертная 18 сантиметров в диаметре 99 рублей. И салатник 16 сантиметров в диаметре тоже 99 рублей. То есть все по 99 рублей. Также есть несколько новинок в детских игрушках. Вот этот робот привлек мое внимание. Это робот-машина от китайского производителя Игроленд. 600 рублей он стоит. Галактические войны. Изготовлены из пластика для деток возрастом 3+. То есть это машина, которая превращается в робота. Игрушка-робот 249 рублей. Машинка спецтранспорт 399 рублей. Есть полиция, есть вертолет, есть вот такой вертолет, есть вот такая машинка. Набор пират за 105 рублей для деток возрастом 3+. На этом выпуск, посвященный обзору товаров для дома из магазина «Победа», я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, приглашаем друзей и знакомых и подписываемся на наш канал «Эконом с нами». Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно нажать на круглый логотип в правом нижнем углу. После этого выйдет красная кнопка «Подписаться». Нажимаете на нее, и с этих пор вы всегда будете в курсе наших новостей. А я благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.